После той поездки с парнями в Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты! Шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Куда это ты меня везешь? Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Вот здесь, возле парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага, как скажете. Чего еще ждать от Даньяша? Найду-ка еще клиента. В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Решили развеяться? А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда, просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, да, хорошо.
Остановите такси. Пешком и то лучше будет. Ну и водители тут. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Угол 4-й центральный, ратуша. Дамчу мигом. Можешь высадить меня перед ратушей? Большое спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня. Херово выглядишь, приятель. Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Бухал. Ну, ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Почти приехали. Высади меня на углу, лады? Срочные новости. Все, что вы хотели узнать. Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. О, господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог грабилам Сальери. Я разъясню тебе,
чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Я сказал ждать меня в три. Тебе не спрятаться! Бог ты мой, блин! В следующий раз надо тачку брать! У меня уже искры из глаз! Давай, Лу! Все сюда! Вам понравится! Доставим твоим счастливым покупателям! Эй! Он ждет тебя через переулок. О, спасибо. Смотрите, кто это? Дино, Лу, у вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит.